Привет всем, и снова с вами Сармуля. И сейчас я хочу с вами поделиться салатом с китайской капустой. Что для этого надо? Для этого возьмем капусту. Я уже его в чашку нарезала ее и так вот ее уложила. Колбаску, можно куриное даже филе, но я возьму с салями колбаску, нарезала соломкой. Яички, консервированную кукурузу, сухарики, майонез и томатики для украшения. Так, ну сейчас я вам скажу, как я делаю это. Как я в чашку уже нарезала, поставила капусточку, я наверх ставлю колбаску. Вот таким соломкой нарезать и колбаску чуть-чуть распределить. Так, потом я поставлю кукурузу консервированную наверх, вот, вот так, все. Кто любит кукурузу, тот ставит побольше. Кто как хочет ставить, то побольше, кто поменьше. Мне как кукуруза нравится, я ее так вот побольше поставлю. Так. Теперь вареное яичко. Я ее натерла на терочке. И наверх. Вот так. Вот. Чуть-чуть так ложечкой прижимаем тут, чтобы не вываливалось у нас ничего. Так, яичко поставили, теперь мы все майонезом. Ну, майонез я вот так вот по чуть-чуть. Киса здесь моя пришла опять. Да. Вот и так майонезом. Можно сеточкой. И как вам удобно, нравится. Вот так вот. Я так вот его пожму. Вот. Ну вот. Тут еще майонезику. Вот такой хватает. Ну, а теперь мы будем, ну, кисонька. Будем наверх сухари. Сухари можно кто какие любит. Я взяла сухарики и кругленькие его, и такие, как соломку пальчики. Вот. И вот так вот налаживаю сухарики со всей. Вот так вот. Киса, кисонька. Тоже мне хочет помогать, киса. Да, киса? Помогать. Вот, сухарикой тоже можно побольше. Вот так вот. Ну и наверх теперь я порежу на 4 части томатики. И у меня и желтые, и красные. И разрежем на 4 части. Вот так вот. Так, и я сейчас украшу. Так, будем так вот посередине желтенький понаставим. И тут так вот красненьких. Вот так. Еще один томатик. Ну, кому сколько нравится, кто сколько хочет. Ну, вот такой у меня вышел вот салатик. Видите, красивый, праздничный. Так что готовьте. Кому нравится, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И с вами Сармуля. Приятного аппетита! Пока!